Доброго времени суток. Сейчас я нахожусь в подземном бомбоубежище. С собой у меня есть обычная столовая ложка и консерва. Сейчас я покажу, как открыть вот такой вот обычной столовой ложкой консерву. Поехали. Итак, у меня здесь каша с мясом и обычная ложка, не заточенная, стандартная столовая ложка. Для начала нужно взять правильную ложку, вот таким вот образом. Если вы сделаете по-другому, то вы можете поранить свои руки. Дальше берем вот так вот банку, обхватываем ее и ставим ложку в краюшку банки, выпуклой стороной от центра банки. Вот так вот. И теперь надавливаем. Аккуратно, спокойно, но с силой надавливаем. Итак, мы уже пробили банку, уже чувствуется запах еды и видна сама консерва. Вот металл разошелся. Продолжаем поступательными движениями увеличивать площадь разреза, вталкивая ложку внутрь банки. Итак, спокойно, аккуратно уже начинает выступать каша. Двигаем ложку так, чтобы она разрезала металл. Вот мы уже разрезали почти половину банки. Осталось еще чуть-чуть, и мы откроем банку ложкой. Нужно найти оптимальный угол вхождения ложки в металл, чтобы она его резала. Сначала может не получаться, но если потренироваться, то все получится. Этот метод можно использовать как и для жидких продуктов, так и для твердых, как вот каша с мясом. Нужно всего лишь потренироваться, и можно будет уже открывать банку буквально за полминуты. Итак, еще чуть-чуть. Все. Мы открыли эту банку ложкой. Все. Приятного аппетита. Можно кушать. Если вам был полезен этот способ, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и пишите свой комментарий. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока. Да, консервы вкусные, очень. Дай-ка я еще одну ложечку.